Сегодня готовлю вкуснейшие домашние чебуреки. Готовится очень быстро, а самое главное, не нужно замешивать тесто. Мелко нарезаем лук. И добавляем к фаршу. Фарш у меня сегодня куриный. Вбиваем одно яйцо. Добавляем соль, перец и перемешиваем. Я заранее вырезала из лаваша круги и теперь смазываю одну половину тонким слоем фарша. Второй половиной накрываю и слегка прижимаю. Ну и теперь нам осталось на растительном масле обжарить наши чебуреки с двух сторон до румяной корочки. Огонь должен быть средний, чтобы фарш хорошо прожарился. Из этого количества ингредиентов получается вот такая большущая гора чебуреков. А самое главное, что они очень быстро готовятся. Ну что, пробуйте, готовьте и пишите свои отзывы у меня в комментариях. Я все читаю и всем стараюсь ответить. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ну и всем пока-пока!